Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в район Тосмар, нашел очень хороший вариант, 2 плюс 1, 100 квадратных метров на 9 этаже по российским меркам, по турецким 8 этаж, с видом на море, на крепость Алании, обставлено за очень хорошую цену. Тут очень просторный проект, много разной инфраструктуры. Быстренько пройдусь и покажу вам всю инфраструктуру этого проекта. Значит, тут такой вход. Расстояние до моря максимум 900 метров. Здесь у нас присутствует открытая парковка. Проект был сдан в 2007-2008 году. Вот здесь такое вот здание. Состоит из 4 блоков. Тут у нас присутствует баскетбольная площадка отдельная. Также есть теннисный корт отдельный. Айдат у этого проекта 275 лир. А вдобавок они в этом году хотят поднять на 100 лир. Наверное, будет где-то 350 лир айдат этого проекта. Вот такой просторный бассейн с аквапарком. Два аквапарка тут. Давайте я как-нибудь сниму. Есть детский бассейн рядом, джакузи. Тут в основном проживают европейский контингент. Вот видите, два аквапарка, середина и оранжевый. Душевые. Значит, вот такой парк, беседка, даже есть ресторан. Работает, функционирует. Теннисный корт я сниму с той стороны. Вот такой здесь ухоженный сад, детская игровая площадка наша. Вот такие здания тут с просторными балконами. Хочу отметить, очень просторный балкон, увидите сами. Вот такая беседочная зона тут. Фонтаны, кажется, работают по вечерам. Есть зона гриль, первый гриль и второй. И вот теннисный корт с той стороны. Присутствует также генератор. Есть фитнес. Тут рядом есть магазины разные. Это Тосмар. Как говорится, все рядом с жилыми комплексами. Вот такой большой просторный фитнес-салон. Вот такое тут оборудование. Не новое, но работает все. Около входа присутствует также отдельный вход в сторону сауны. Вот здесь такая у нас просторная сауна. С освещением проблема, так как везде сауна не функционирует из-за пандемии. Вот такая просторная, не маленькая сауна. Вот так постараюсь показать. Установим. Здесь кроме сауны только душевые кабинки и санузлы. Все, вот это душевые кабинки и санузлы. Значит, тут есть сауна и фитнес под этим зданием. Также есть отдельная игровая зона, там бильярдный стол и теннисные столы. Сейчас быстренько я вам покажу. Вот такой просторный сад. Перед каждым зданием есть парковочные места. Так, мне проект очень понравился. Именно у кого есть там большая семья, дети. Здесь именно то место, где можно полностью отдыхать и не думать, куда дети убежали, выбежали там куда-нибудь. Будут играть именно у площадки жилого комплекса. Вот такой здесь бильярдный стол, не маленький. Вроде работает все. И зона отдыха.
Вот такая зона отдыха тут. Поднимемся мы на 8-й этаж. Вот такой здесь коридор. Лифт вызван. Покажем лифт. Вот такой лифт. На 3-4 человека вместимости. Поднимаемся мы на 8-й этаж. Поднялись мы на 8-й этаж. Вот тут такая пожарная лестница, выход. Такой коридор. И вот наша квартира. Откроем ключами. Войдем. Угу, включили свет. Значит, вот такая здесь такая прихожая. Установлен шкафы. Не маленькая прихожая, просторная. Значит, у нас здесь находится санузел. Вот такой не маленький санузел. Душевая система. Стоит проточный водонагреватель, обогреватель Siemens. Так, начнем мы со спальни. Это родительская спальня с выходом на балкон. Вот такая спальня. А шкаф-купе установлен. Не маленькая. Такой вот фотообой. Угу. Левее от меня дополнительная спальня, также с выходом на балкон. Тоже присутствует шкаф-купе. Вот такая спальня уютная. И самое главное, кухня, гостиная этой квартиры. Начнем с кухни. Тут как бы они сделали местечко. Угу. Использовали с умом. Вот эта кухня и вот наша гостиная комната. С выходом также на просторный балкон. Так, покажем бытовую технику, которая установлена тут. Стоит индукционная плитка фирмы Bosch, духовка Siemens, посудомойка Siemens и холодильник фирмы Siemens. Кондиционер Beko. Вот такая квартирка. И теперь выйдем на балкон. Сперва покажу, какой он просторный. Застекленный балкон. О. Очень просторный балкон. Отдельная комната, так скажу. Так как она застекленная. И покажу вам вид. Море, крепость Алании. И вид на бассейн и также на просторный сад этого проекта. Вот так вот, дорогие зрители. Кого интересует такая вот квартирка, 2 плюс 1 в районе Тосмур. Надеюсь, дальность видна. Расстояние 900 метров до моря. Рядом есть магазины и разная инфраструктура. Хочу подвести итог о этой квартире. Проект был построен в 2007-2008 году, сдан в эксплуатацию. Инфраструктуру вы уже увидели, айда здесь 275 лир, наверное, поднимут на 100 лир. Будет 375 лир или 350 лир. Квартира находится на 8-м этаже по турецким меркам, по российским меркам, 9-й этаж.
с видом на крепость и на море. Также не буду много говорить, сами оцените. Цена этой квартиры 89 500 евро. Если вам понравилась эта квартира, звоните, пишите по номеру, который указан в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не пропускайте свежее видео, комментируйте. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем желаю счастья, добра и здоровья. Всем пока-пока.